посмотреть домик один. На продажу он был когда-то, а мы его не купили. Кирпичный, что здесь очень-очень большая редкость. Тете Оле он не понравился. Говорит, ой, там это... Вообще не для дворицы, старицы, там, дворянки столбовой или что. Ага. И... А люди купили и не поленились, и чуть-чуть его отремонтировали. И живут и улыбаются в таком викторианского стиля домике теперь. Да, очень хорошо сделали. А там какой еще гараж большой. И ручей протекает рядом. Видите, вот так вышел, сел на берегу ручья. Ну, вот такой дом как-то продавался несколько лет назад здесь, кирпичный. Возле деревушки Эмлефельд, это где-то 20 километров от нас, да, наверное? Да, да, у нас 20 километров. И вот что это, где-то бывают реки, озера, где-то бывают леса, в Соскочеване, вот люди любят открытые вот такие поля, степи. И тогда все видно, закат, восход и небо, небо. И дышать легче тогда. И если твоя собака убежит, то ты еще 3 дня видишь, как она убегает. Ну все, мы поедем дальше. У нас миссия. Перед вами древний потомственный канадский лесоруб. Угадайте вот с этим эквипментом, где он был, что он хотел сделать. Вот ни за что не угадаете. А были мы у озера и хотели мы достать того гуся. А его уже нету. Остались только перья по всему озеру и ни одного кусочка от гуся. Зато крупные птицы плавают, очень много воронов не плавают и летают. И один этот белохвостый орлан. Сволочь. Я так и думал, что вот с утра, блин, этого гуся схрямает. Ну, вот так вот. Один гусь достался птичкам, значит, в этом сезоне. Ну что ж, спасательный этот эквипмент убираем, значит. Вылазка вот такая вот была у нас. Отвезли дочери подставку под матрас. На обратном пути проверили озеро, гуся нету. До свидания. Ну что, пацаны, пока динамит, блин, на улице валялся, а вы пока всякую порнуху смотрели, дядя Вова вон гараж почистил, убрал все, кровати вывез всякие, ну, ой, белье еще не снял. Да шучу я. Это, мебеля сделал нафиг. Вот эту фигню, что я там, задняя стенка там была отломана, да? А тут крышку сверху сделал и сзади крышу сделал, и здесь боку, не здесь, вот здесь отпилил так это, ну а вдруг кто-то хочет бесплатно же, да, это, хай забирают. А нет, так, ну что, ну опять на свалку, блин, или в костер? Поэтому с дровами у меня комплексов нет, знаете, это, взял, не понравилось, сжег нахер. Один фиг их на свалку вывезли, и там их должны были сжечь. А я вот беру им вторую жизнь, вот так делаю. Ну и что ты опять лежишь, лодри? Пойдем. Пойдем, жрать охота уже, блин, вечер, а мы еще не обедали. Сидел я, ждал обеда, потому что долго работал, на улице захожу, а обед, оказывается, еще не готов вообще. Вот сидел, ждал, но сильно не ворчал так. И вот вознаграждение. Смотрите, тетя Оля, чем меня балует. Ну как тут пузо не вырастет за зиму, да? Это плов из гусятины. Вот так вот. Тетя Оля, что-нибудь еще скажешь, нет? Про этот плов? Нет, все, плов. Все говорит за себя. Смог. Кушать подано, жрать будете или нет, она говорит. И все. Плов он и в Африке, плов говорит. Да. Выскакиваем, ребята. Там вдали наши друзья. Вечер будет, скорее всего, пролетным. Уже и солнце садится. Это видите, что с озером произошло? Видите? Только посередине немножко плесики, а так все замерзло. Я хотел на этот край. Где-то гусь, по-моему, крикнул. Ага. А, ну все замерзло. Все замерзло. Только вот это, тут немножко эти есть. Прогалы. Шут его знает, что делать. Ну, походим, погуляем. Попрощаемся. Опять обещают минус 8, минус 10, это минус 11, то есть все окончательно замерзнет. Так что, возможно, последняя охота.
лежим так на бережку, балдеем. Чуть-чуть водичка есть тут. Такая надеждочка маленькая, теплица. Вдруг кто-нибудь забредет на огонек. Динамит без всяких команд, без всего. Спрятался, лег, что-то укрылся тоже, как настоящий. Ну, ах да, небо хотел показать. Смотрите, вот видите, вот эта полоса. Ну, прикольно, видите, справа фронт какой гладкий, да, вот такие, а слева такие кучерявые, так облачка. И вот как прямо линия, как будто это. Два фронта сошлись, да? Очень-очень интересно. Инопланетяне, наверное, хотят расщепить наше небо и половину себе взять, утащить. Так, ну тихо пока, тихо. Солнышко уже село. Еще чуть-чуть посидим, чтобы удостовериться, что все нормально. И что это озеро готово к зимовке, к замерзанию. И потом спокойно уйдем домой. Читап. Добираем подранка. Не подранка, но гуся. Гоу-гоу-гоу. Эх, обычно не удается вам показать. И сегодня не удалось. Поздно включил камеру. Но другая камера не берет уже ничего. Ага, динамит. Все отлично. А, на лед упал гусь. Вот сюда на лед упал, и динамит пошел, не провалился. Что есть очень хорошо. Если бы он провалился, то было бы труднее, наверное. Ну что, динамит, хороший гусь, а? Нравится тебе? Давай, облежи его, конечно, чтобы чистенький был, а то что это такое? Принесем домой, а он вот в крови или испачканный. А кто понесет в машине? Нафиг ты вот стрелял? А? Слушай, динамит, давай это будем дальше охотиться, а? Давай гуся оставим здесь. А сами так, ушки на макушке, окей? Го! Привет, ребята! Я даже не знаю, что вы от меня сегодня хотите услышать. Ваше все получилось по-дурацки. Ну, я иду, смотрю, улыбается, я тоже улыбнулся. Говорю, привет, она тоже привет. Я говорю, как вас зовут? А потом утром проснулся. Ну, приехали, ну, вообще такая, ну, думаем, бестолковая совсем будет охота, левая. Ну, просто, серьезно, даже надежды не было, знаете. Ну, видели сами, озеро замерзшее, там чуть-чуть воды, тут сидим, ага. Ну, пошли гулять по берегам, и там раз откуда-то шевной гусь один какой-то, мы его бумс, и он на лед, и по льду текать, я его бумс и добью. Этот парень пошел по льду, его и принес так аккуратно, ага. Ну, такой мелкий такой гусь, знаете, ага. Ну, мелкий гусь, значит, такой, ага. Сейчас я покажу его вам. Да, мелкий, однако. Вот такой вот. Ну, средний. Это обычная такая-то белощекая канадская казарка. Вот ребята спрашивают, какой размер, тудим-сюдим. Их это несколько разновидностей, до 7, по-моему. Да, можно все это посмотреть. Википедия там. Ага. Или по-русски Википедия, наверное. И потом это, воодушевленные так, это прогулками такими, это, говорю, давай это, Надежда Константиновна, пойдем дальше еще погуляем. Ага. Блин, оборачивайся на деревне, и так это довольно низко уже в сумерках. И тут, бляха, и так солидные, мощные, почти беспрерывные, елки-палки.
Ну тут я вспомнил ваши советы, там это, ну там меж какие-то там паховые грыжи там или межпозвоночные, там бассейны надо, весы надо, там это спорты надо, разминки, упражнения, колодца надо. Какой хер? Сапоги хорошие, ноги в зубы и по берегу рвать надо. И вот рвем мы, значит, с ружьем наперевес, а? То я его, то он меня обгонит. А гуси, суки, увидели. Ну чё, блин, чистый такой берег, блин, это мужичара в каком-то бледно-зеленом костюмчике несется, блин, ноги в разные стороны, как конь, блин. И они это фью-фью, типа, отворачивали, блин. Один косяк туда, один туда. Я уже подлетаю туда, куда мне нужно. Бурьян, кусты. Сейчас, сейчас, думаю, туда упаду, блин. И последний косяк тоже, видите, их. Ну, я... Блин, ну, ну и потом, короче, ну, что делать, ну опять пристаю немножко, ну что, опять гулять, что ли, по берегу, и смотрю, еще ползут, ага, как-то отстали там это, в конце задержались, наверное, ну, блин, я приготовился, так находят, я бу-бумс, бу-бумс, и вроде пошел один, и я так, ну ладно, это остальные туда отворачиваются. Я так хорошо, тух, и один прямо в поле, большой такой, хороший, ага. А я потом уворачиваю, больше нет ни хера. Один такой в поле, динамиток сходил, культурно принес его там, пока я камеру включил. Он его уже, конечно, принес, как всегда. Ну, что ты, динамит, что ты, все ништяк, ага. Ну, и вот так это, теперь у нас это один большой и один маленький гусь, вот. Жили у бабуси два веселых гуся. Думаю, ну ни хера себе, блин. Ну что за это самое, да? Ага. И это. Ну крупный, крупный в поле, как рухнуло. Эх, на подвеску, блин, и смех, и грех это. Ну как будто я не знаю, блин. Ну как будто взяли там это, блин. Тут Путина, тут Назарбаева нахер. Ну вообще, блин, даже не сравнить. Ну в массовом таком физическом, весовой категории я имею в виду, да? Ну что делать? Ну оглядываюсь, оглядываюсь вдалеке на озере, там что-то темная точка на льду, блин. Я ноги в зубы и туда, еще так остатки, знаете, светового дня, ага. Бери туда, 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 смотрю, там мыс такой, коса такая, я так по нему, пчики осталось там метров, это, 30, не, больше, наверное. Но все равно, смотрю, гусь на льду лежит, все-таки зацепил, я хорошо попал. Просто сильная птица, очень сильная. Ушел, упал на лед это и скончался. Я говорю, динамит, братец, давай, блин. Он раз по льду, так как балерина осторожно, тут хрусь, но не проломился. И он раз туда его, этого гуся, смотрю, лед уже крепче хрустит. Я говорю, динамит, братан, ты там не проводись, не сдохни нахер. Ну, притащил он этого гуся, знаете, хороший такой гигант тоже гусь, ага. И пока у нас все эти маневры были, да? Мощный, ой, блин, аж это. Ну, это чистый весь вообще, в этом есть еще что-то немножко. Ну. А, ну да, видите, вот крылья все целые, он не упал, он просто это, ну, красиво ушел и скончался. Ну, где-то дробина попала все-таки, или несколько, знаете, убойно так. Ну, ни крови, ничего, нигде, чисто битая птица. Ага. И потом, пока у нас эти маневры, блин, там туча такая, как пришла, ну, она совсем ниоткуда и совсем никуда. И крутанулись разок, это, или нас увидели, или что птицы нет на воде, и развернулись уходить, и потом еще один разок. Ну много-много, как воронье, знаете. И зацепили, как-то над нами так проходили, неплохо. А нет, это, все проходят мимо там это, но некоторые получше, я их пропускаю, блин, и самых-самых последних, потому что все самые доверчивые, обычно ниже всех. Ну, были довольно высоко они все равно это, и я так хорошенько прицелился, это, бумс, бумс, и первого, по которому я стрелял, он крылья расслабил, пошел, и ушел в темноту, на другой конец озера. Ну, туда, куда нам домой идти. Я очень надеялся, что мы найдем, нифига. Ходили, не нашли. Ну, помирать пошел-то точно, потому что крылья не перебиты, знаете, а в тело попало, и он пошел вниз, это по касательной. Ну, и потом они могут так-то еще долго протянуть. Я думаю, над озером он утянул еще это, и на пашню куда-то, и там. А мы только по кромке озера так везде походили. Ну, стемнело прямо, быстро, очень быстро, и мы не нашли. Ну, а второй, который я стрельнул, с поднебесья, бу-бум, и об лед, и как он врубился. Я думаю, ничего себе, а что лед мне это самое, даже не проломился, да? А, динамит сходил, его культурно так принес. Вообще, динамит сегодня как это, как лорд, как настоящий, как даймонд, как и положено. Весь чистенький такой, во фраке, культурно работал, по льду ходил, по полю, даже не намочился, даже не поплавал. Ну, а потом, когда он ее принес, я понял, почему. Маленький, видите, маленькая порода, почти как пищухи. Это, ну, и разбился он это, я сейчас смотрю, у него даже это.
Вот здесь возле задней лапки, да? Ну, не хочется показывать, но это кишки даже немножко, по-моему, или что-то. Да, да, кишки вот здесь сбоку вылезли. И грудь вся разбита. Ну, здорово он врубился в лед, представляете? А лед это же, ну, как камень, да, как бетон, как железо. Так, ну и давайте еще раз для сравнения, значит. Вот это, видите, вот такая вот птичка, да? Даже по голове видно, да? А этот все-таки, ну, намного больше, да? Видите, вот, значит, какие бывают разновидности. Ну, и вот теперь берем этого, который, казалось бы, намного больше, и берем гиганта, да, большого. Видите, опять какая разница. Ёк, у меня так это болит, нерв прижимает, так болит, когда это поднимаешь чем-нибудь. Ужасный. Ну, видите, какая разница, ну. То есть, это вот, видите, у нас три разные весовые категории есть. Ага. Вот такие вот канадские гуси. Ну, ёлки-палки. Так что, пацаны, не знаю, уколы там это, туди-сюди, там что-то. Что-то камера там туфтит. Плавать или что, приседать, или пригибаться, или нагибаться, или что. А. Были бы патроны, и были бы гуси нафиг. А больше ничего не надо. Когда они летят, забывается, все нафиг. Бегаем как молодые. Так, кто-то просил сделать обзор гаража несколько раз. Для него сделай обзор гаража. Ну, делаю так, все нормально. Обозрел, все хорошо, все нормально, все ништяк. Ага. Так, ну, тех, кто сейчас напишет, я его, ты мудак великий, ошибаетесь. Не так. Не. А вот тех, кто сейчас напишет, дядя Вова, ты мудак, вот ошибаетесь. Не. Великий мудак. И вот так вот сегодня, значит, великий мудак со своим другом Мудашвили поохотились. Нормально поохотились. Хорошо, я очень доволен. А сейчас нужно бежать, потому что, когда болит спина, то противопоказаны всякие там нагревания и горячие процедуры. И поэтому пойдем в сауну. Извините. До свидания. Дядя Леонид.